Сравнительный тест двух приспособлений для вычесывания кота. Обычная щетка за 15 рублей и крутая щетка под названием Фурминатор. Ты готов, Рыжий? Итого. Котяра обалдеет. Наслаждается. После многократных проведений шерсти очень мало. Что ж, попробуем действие Фурминатор. Как тебе удобнее лечь, собака. Сильно. После двух-трех раз проведения по шерсти животного неимоверное количество шерсти. Продолжаем. Как видим, кот получает настоящее наслаждение. Да. Вся эта шерсть могла бы летать по квартире и оседать на одежде. Откуда в тебе ее столько, Рыжий? Животному данная процедура очень нравится, судя по всему. Обалдеть. Продолжение следует...